Самарский завод Coca-Cola «Хеленик» – один из крупнейших в регионе. Компания исправно платит налоги в городской бюджет. На встрече с мэром Самары Олегом Фурсовым представители предприятия предложили реализовать в городе крупный спортивный проект к чемпионату мира по футболу. Обсудили и другие направления сотрудничества. Пожелание участвовать в городских проектах, ну, в первую очередь, по благоустройству города, поддерживать порядок, чистоту, что мы, собственно, всегда и делаем. Пригласил нас к участию в городском субботники, месячники по благоустройству. Я думаю, что это тоже для всего города очень важная инициатива. И мы, конечно же, будем стараться помогать во всем и участвовать во всех таких социально значимых акциях. Пока достигнуты только предварительные договоренности. Представители компании не хотят заранее раскрывать все секреты своего проекта. В ходе встречи глава администрации Олег Фурсов рассказал, что постоянно ездит с проверками по районам и во время одной из них намерен посетить предприятие. Хочу в марте проект посмотреть, как были выполнены указания и те протокольные решения, и с удовольствием посетил бы ваш завод. Окончательные решения в сфере сотрудничества завода и администрации Самары будут приняты в ближайшее время. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».